Алло, алло, Андрей Евгеньевич. Алло, здравствуйте. Да, доброго дня. Андрей Евгеньевич, ну что, хотел узнать, какие новости? Я вас не слышал уже давным-давно. Новости разные. Ну, меня интересует... Ну, делали объявление на портале, чтобы на вас люди выходили по поводу управления интерфейсом. Какие у нас последние данные? Никто не выходил. Никто не выходил? Нет. Угу. У вас какие движения, предложения? Вы там появляетесь, там люди что-то на форуме бывает пишут, но там рассылка была по адресам Global Wave каким-то образом. Рассылка? Это... Ну, на форуме там написано, что, дорогие друзья, кто сделал приглашение на тренинг? Я так понял, Алексей или кто-то проводит мастер-классы и сделали рассылку спамную. А, видимо, да, видимо, он по ошибке, ошибочно, не то нажал. Я понял, но Алексей, а. Алексей пропал, на скайп не отвечает. Был такой нюанс, да. Я говорю, вы слышите меня? Алексей пропал, на скайп не отвечает. Ну, Алексей просто понял, что денег здесь нет у вас, и все. Сейчас, знаете, время суровое, народ. Альтруистов мало. Я понял. Что с вами тогда, Андрей Евгеньевич? Надо с вами определиться, потому что с вами контакта нету, а портал находится на вашей движке. Если у нас с вами телодвижений никаких нету, то надо встретиться под видеозапись, как бы прекратить наши взаимоотношения, подвести итоги. Ну, чтобы не тянуть, и мы будем каждый по-своему. А то что-то мы подвисли. У вас есть какие-то другие варианты? Я говорю, что надо нам с вами определиться, а что, какие у меня будут варианты, это уже будет мое дело, Андрей Евгеньевич. Просто от вас, я в скайпе вас не вижу, а по телефону это совсем неэффективно работать. Ну, встречаться с вами тоже очень проблематично, вы очень занятой человек, поэтому я не смею вас много дергать. Я предполагал, что мы в скайпе будем видеться, но если не ежедневно, то через день. Вот. Поэтому вашу систему тоже мне надо осваивать. И осваивать я ее не могу по причине невидения вас в скайпе. Я понял, но здесь как бы... Ну да, видеться надо, но мне кажется, что учитывая... так скажем, учитывая тот факт, что у нас есть уже много совместных телодвижений и, так скажем, причину, которую вы сейчас озвучиваете, она на самом деле не причина, да, что там кто-то кого-то не видит в скайпе. Я думаю, что в данном случае вы представляете уже некое сообщество, и решение надо принимать коллегиально о том, кто будет дальше провайдером Global Wave и так далее. Вот. И по самому Global Wave у нас ведь с вами есть еще партнерское соглашение по доменному имени и тому прочее. Поэтому здесь как бы я думаю, что нельзя так вот определиться, расстаться, сойтись. Надо просто выработать план совместных действий или там каких-то пожеланий, задач и тому подобных вещей. И в этом плане действовать. Потому что на сегодняшний день худо-бедно все-таки я какую-то техническую поддержку делаю, по крайней мере формально сайт присутствует там в сети интернет, да. Если мы сейчас какие-то примем такие роковые решения, да, ну, блин, кажется, Global Wave от этого не выиграет, тем более вы. Какой смысл? Я не вижу. Нет, на меня... В таком режиме, как бы, и вас, и меня, мне кажется, все устраивает. Нет, меня не устраивает, Андрей Евгеньевич. Я думал с вами сотрудничать гораздо более теснее. Вы так заняты, что я вас видел последний раз весной этого года. Меня такая динамика абсолютно не устраивает. У вас потрясающие внутренние возможности системы, которая совершенно не используется. Я в подтверждении своей работы каждый день выкладываю видеосюжеты. С вашей стороны я не вижу никаких абсолютно телодвижений по развитию совместного проекта. Поэтому надо нам встретиться лично, не по телефону, это дело обсуждать.
чтобы мы могли все услышать, увидеть, зафиксировать и двинуться дальше. Если вы берете на себя какие-то обязательства, берете, не берете, фиксируем ваш вклад, мой вклад. Ну, акт сверки, надо сделать акт сверки, короче. Хорошо, я думаю, что да, это мероприятие полезное в данном случае. Единственный какой момент, у меня тут, к сожалению, предстоит две командировки серьезных. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время, когда я буду свободен, это конец следующей недели. Ну, ничего страшного, подождем. Ждали полгода, еще немножко подождем. Вот от себя лично хотел вам как бы дать совет, но можете не слушать его, но просто дам вам совет. Бегите от МММщиков, иначе испачкаетесь так, что потом никогда не отмоетесь уже. Я понял, когда профессора МГУ... Андрей Евгеньевич, советы все хороши. Я вас ожидал несколько лет и в студии, и так далее. Все хорошо дают советы дистанционно. Приходите на площадку, давайте работать. Кто ж против? Озвучивайте свои идеи. Предлагайте... Площадка появилась. Площадка. 21 сентября 2013 года будет митинг на Пушкинской площади. Вы придете туда со своей семьей? За кого голосую? Национальное освободительное движение в поддержку Владимира Владимировича Путина. И за суверенитет России. А Путин-то знает о том, что есть такое движение? Ну вот видите, а МММовцы вопросы не задают, говорят, о, интересно, мы придем. Мы за суверенитет. Вы знаете, чем МММовцы вообще занимаются? Я знаю, что русские очень тяжело объединяются. Найдутся тысячи причин, почему не объединиться. И в то время, когда стаи вокруг рвут стадо, все стадо мычит и телится. И вот наш с вами разговор, это примерно сейчас о том же. У вас есть потрясающая система. Вы учите студентов стратегическому менеджменту и как монетизировать. У нас с вами стратегический договор о партнерстве и сотрудничестве. Я каждый день выкладываю контент уникальный. И телодвижений с вашей стороны никаких. Вот это... Да вы ни одного ролика не согласовывали ни с кем, а вы говорите, у нас с вами. У нас с вами только договоренности, а делаете вы все на свое усмотрение, как считаете нужным. Андрей Евгеньевич, смотрите, в чем разница. Никакой координации у вас ни с кем нет вообще. Андрей Евгеньевич. И ничего не согласовано, и о стратегии даже не заикайтесь. Стратегия это для вас как, я не знаю, как стратосфера, в которую никогда в жизни... Такими способами не поднимаются люди. Андрей Евгеньевич, у нас с вами записано огромное количество видеороликов, которые пока еще не опубликованы в сети, где мы с вами и о стратегии, и о планах, и совместном движении. Все это существует. Поэтому давайте приличные встречи, аргументированно. Ваши слова – это хорошо, но вам пока все это дело сходило с рук, потому что мало кто фиксировал. Я же взял это на вооружение, этот опыт, и у меня все зафиксировано. И наши с вами слова, и заверения друг друга в партнерстве, сотрудничестве и в стратегии. У нас все это с вами записано на видео. Вот, поэтому... Да я только рад, что записано. Ну вот, поэтому я ожидаю тогда вашего возвращения из командировки, потому что надо двигаться вперед и искать пути коммуникации. Хорошо? Да, давайте. Все, добро, спасибо большое, Андрей Евгеньевич. Счастливо. Стоп, снято.